Это случилось в Ганино, напротив дома 39 по улице Центральной. По словам очевидцев, 24-летний водитель «Газели» сбил двух девочек. Одна из них получила тяжелые травмы, ее госпитализировали. Как сообщили жители Ганино, в этом месте пешеходный переход небезопасен. Его не замечают водители, нет даже специальной разметки. Они требовали от администрации, чтобы его лучше оборудовали, но пока кроме двух дорожных знаков на месте перехода ничего нет. В Белохолуницком районе выехал в кювет и оказался на боку тягач с полуприцепом. Вскоре на помощь дальнобойщику приехал специальный грузовой эвакуатор. С помощью спецтехники фуру поставили на колеса и отбуксировали на дорогу. По предварительным данным, пострадавших нет. В Кирово-Чепецке столкнулись двухколесная «Ямаха» и «Фольксваген Пассат». После первого удара 65-летнего мотоциклиста откинуло на припаркованный «Фольксваген Вента». Пострадавшего увезли в больницу. В Кирове в 19:30 у дома 170Б по улице Ленина неустановленный водитель сбил 22-летнего пешехода и скрылся. Сейчас виновника ДТП разыскивают. Сергей Пичугин, место происшествия.